Совсем скоро вы не узнаете свои дворы, по крайней мере, те, где на этот год запланированы комплексный ремонт и благоустройство. Программа включает строительство детских и спортивных площадок, дорог, тротуаров, обустройство зеленой зоны и ремонт домов. Подробнее в нашем следующем сюжете. Двое детей Веры Лебедевой вовсю играют на турниках, катаются на горках и каруселях. Мама не нарадуется. Новый игровой комплекс удобный и безопасный. Эту площадку на Мира-19 установили взамен старой футбольной коробки. Все удобно, как бы разного уровня получается. Ну, горка для малышей, для постарше. Здесь и взрослые играют в футбол. Очень удобно. Футбольная коробка все же осталась, но теперь она совершенно новая. К тому же полностью огороженная, с воротами, баскетбольными кольцами и специальным покрытием. Поле, да, очень понравилось, потому что очень удобно на нем бегать, и мячик не вылетает. Одновременно в этом дворе ведутся ремонтные работы дома и территории перед ним. Уже заменены каменные бортики, тротуары и парковочные места осталось заасфальтировать. Глава района уже говорила в отчете губернатора области, что в районе ведется жесткий муниципальный контроль за этими работами. Поэтому ее появление здесь вполне объяснимо. Давно площадку поставили? Да, зимой. Тебе нравится? Да. Часто сюда приходишь? Да. На этот год в районе запланировано отремонтировать столько дворов, сколько не ремонтировалось за предыдущие 4 года. К тому же в некоторых из них к работам будут подходить комплексно. Комплексно мы подходим с позиции того, что идет ремонт многоквартирных домов. Это, как правило, определенные работы. Замена инженерных сетей, фасады утепления, кровля, там, где возможно, это переход на скатную с утеплением. Дальше это, конечно, дороги. Это подъездные дороги к домам, это карманы, обустройство заездных карманов предусмотрено для временной парковки транспорта. И, конечно же, это наши дети. Дети, которые в уютных домах с хорошей дорогой должны иметь возможность провести свой досуг. На сегодняшний день ремонтные работы в Клинском районе ведутся строго по графику. Уже отремонтированы дворы на улице Гагарина, Ленина и Менделеева. На очереди улица Красная и Первомайская. Татьяна Барулина, Юлия Левицкая. Новости дня.